два определения. Последовательность сходится, это если есть такой предел, и в любую окрестность этого предела, начиная с некоторого момента, все члены последовательности попадут. Последовательность сходится в себе, если расстояние между членами этой последовательности становится все меньше, меньше, меньше. Точный смысл вот такой. Для любого положительного числа эпсилон, начиная с некоторого места, разность членов последовательности обязательно меньше, чем эпсилон. Так вот, смотрите. Если у нас только рациональные числа, то в эту сторону теорема верна, а в обратную сторону теорема не верна. Могу привести пример последовательности, которая сходится в себе, последовательность рациональных чисел, но при этом не сходится. Последовательность... Один плюс одна и наивальная вещь. Это верно, только это тяжело доказать. Ну, на самом деле, можно было бы даже, но я сейчас приведу пример последовательности, которую легко доказать. Для этого сначала разрешите написать такое выражение. 0, 1, дальше 2 нуля, единица, 3 нуля, единица, 4 нуля, единица, 5 нулей. Единица и так далее. Поняли, что происходит? Yeah. Цифры этого числа только нули и единицы. Ну, конечно, строго говоря, вы мне скажете, что что такое вещественное число, я вам еще не объяснил и так далее. Но, ну, не настолько вы маленькие, понимаете. Да? Предположим, что вы понимаете, о чем сейчас разговор. А последовательность устроена следующим образом. Ее первый член – это 1/10. Ее второй член такой. Это, кстати, тут та же самая 1/10. Ее третий член такой. Ее четвертый член такой. Поняли, как устроен ее n-й член? Мы оставляем в точности первые n цифры после запятой, а все остальные заменяем на нули. Как она устроена, эта последовательность? Ну, во-первых, некоторые ее члены просто равны, да? Потом увеличение. Потом еще несколько таких же, потом опять увеличение. Это последовательность возрастающая. Ну, в том смысле, неубывающее, да? Неубывающее пишется вместе. Неубывающая последовательность. Почему она является сходящейся? Все абсолютно понятно. Потому что как только вы возьмете достаточно далекий номер, то, скажем, если вы взяли... Если мы с вами отрезаем... Вот первый член такой, второй такой, третий такой и так далее, то разность между, там, не знаю, вот скажем, вот таким и вот таким, она, очевидно, не может быть большой. Понимаете? Она меньше, там, чем 10 в минус n степени, если мы отрезали после n места. Значит, эта последовательность, очевидно, является сходящейся в себе. Почему она не является сходящейся? А очень просто. Потому что она на самом деле сходится, но она сходится к иррациональному числу. Ведь рациональное число, оно обязательно имеет период. Да? Знаете, любой рациональный человек периодически десятичная дробь. А здесь вот эти вот кусочки нулей, да, вот такие вот, здесь 2 нуля, потом 3 нуля, потом 4 нуля, потом 5 нулей. Они такие, что какой бы ни был период, он все равно рано или поздно в такую штуку целиком попадет. Согласны? И значит, если бы это число было рациональным, то у него период состоял бы только из нулей. А это, согласитесь, невозможно. Так? Таким образом, это число иррациональное. Но, кстати, у нас сразу возникает вопрос. А почему бы последовательности не иметь два предела? Один предел иррациональный, а другой предел рациональный. Поскольку это нам потребуется потом еще не один раз, то давайте тоже сформулируем это в виде теоремы, и быстренько мы ее с вами докажем. Теорема. Если некое число А, это предел последовательности bn,
И при этом некоторое число c это предел той же самой последовательности, то а равно c. У последовательности не бывает два разных предела. Кто это может быстро доказать? Пусть не так. Ну тогда вот у нас вот наша числовая вещь, да? Вот, соответственно, вот где-то вот здесь число а, ну а где-то здесь пускай будет число c. Ну тогда возьмем эпсилон такое, чтобы вот оно не налево. Короче, вот такое эпсилон. Ну, например, половину длины отрезка, половину модуля c минус a. Или еще меньше. Четверть, без разницы. Да, четверть длины вот такого вот отрезка. Ну и все, тогда вот очередно, то тогда по определению предела должно существовать какое-то такое вот bn, что оно должно быть одновременно и здесь, и здесь. Однако их пресечение... Совершенно верно, даже не существовать. А начиная с некоторого места, все члены последовательности должны быть в этом интервале и одновременно должны быть в этом. То есть, начиная с некоторого места, вся последовательность должна одновременно быть и там, и там. А поскольку эти интервалы не пересекаются, то это невозможно. Все поняли? Все, спасибо. Вот, таким образом, мы с вами, значит, придумали последовательность, которая сходится в себе, но при этом не сходится. Последовательность рациональных чисел. Так вот, для чего в математике нужны вещественные числа? Чтобы такого не было. Дело в том, что она, конечно, в рациональных числах не сходится, но в вещественных числах она будет сходиться. Так вот, одна из важнейших теорем, которую мы потом с вами докажем про вещественные числа, звучит следующим образом. Если последовательность сходится в себе, последовательность вещественных чисел, то она сходится. То есть для рациональных чисел это неверно, а для вещественных чисел это верно. Поняли? Вот за это будет там в ближайшие несколько уроков идти борьба. За построение такого множества вещественных чисел, чтобы оно в некотором смысле было похоже на рациональное. То есть будет изображаться той же самой прямой. Вещественные числа – это какие-то точки на прямой. Да? Рациональные, собственно, тоже точки на прямой. Но вот число, которое было написано, 0,1001, 0,001 и так далее, это будет вещественное, но не рациональное. То есть в некотором смысле мы заполним пропуски между рациональными числами. Для того, чтобы это сделать, я введу определение сейчас, когда две последовательности являются эквивалентными друг дружке. После этого мы определим, что такое сумма, что такое произведение, ну дальше научимся делить и так далее.